Добрый день! Меня зовут Солдатская Рамина Алексеевна. Я врач-акушер-гинеколог, врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук и участник междисциплинарной команды по интимной реабилитации «Лапина Тим». И сегодня я бы хотела поговорить о сокровенном, об интимной жизни. Могли бы вы когда-нибудь представить, что сможете получать удовольствие от интимной жизни всегда? Независимо от возраста, независимо ни от чего. Это возможно. И такую мечту может исполнить инновационная технология Axion MFAM 360. Это аппарат, который работает на основе радиочастотной терапии. При прохождении радиочастоты через ткань мы наблюдаем ее нагрев до терапевтического диапазона 40-42 градуса, при котором запускается каскад определенных реакций. Это улучшение перфузии ткани за счет расширения сосудов. Это активация фибробластов. Это денатурация старого коллагена и эластина, а мы знаем, что коллаген и эластин – это основные структурные элементы слизистой ткани влагалища, кожи наружных половых органов, то, что как раз отвечает за качество нашей интимной жизни. И за счет вот этих реакций на температурный нагрев мы получаем эффект неоколлагеногенеза, неоэластогенеза, нейрогенеза, ангиогенеза. Мы полностью ремоделируем ткань, приводя к ее полноценному восстановлению. Благодаря такой работе, благодаря такому механизму действий, мы можем помочь нашим пациенткам при очень многих состояниях, которые влияют на качество жизни интимного характера. Это вульвовагинальная атрофия, это посткоитальные циститы, это чувство, как будто при интимной близости наждачкой внутри дерут эту мягкую, нежную ткань. Это довольно частая жалоба, с которой обращается пациентка за помощью. Это генитоуринарный менопаузальный синдром, в комплексе которого развивается вульвовагинальная атрофия. Это ранимость слизистой ткани, это боль при пенетрации из-за растяжения этой ранимой слизистой ткани и рецидивирующих трещинок на ней. Все эти состояния могут корректироваться с помощью такого аппарата и такой технологии. Говоря про слизистую ткань влагалища, мы должны понимать, что у нее есть свой функционал. Это возможность достаточного увлажнения во время интимной близости, чтобы был максимальный комфорт при фрикциях. Это, естественно, поддержание микробиоты влагалища, поскольку если мы сталкиваемся с ситуацией, когда истончается слизистая ткань вагинальной стенки, то не поддерживается рост лактобактерий, и мы сталкиваемся с рецидивирующим бактериальным вагинозом, с постоянными воспалительными заболеваниями, с постоянным зудом, жжением, неприятным запахом, выделениями. Это значительно снижает качество жизни женщины. Каким образом построен этот аппарат? Каким образом проводится процедура? Стоит отметить, что это абсолютно безопасный метод терапии. Почему? В аппарате встроена специальная система Energy Flow Control. Она ежесекундно измеряет биоимпеданс ткани, поддерживает температурный режим на должном уровне и при этом нивелирует выработку пиковых значений энергии. То есть у нас никогда не будет риска ожога. Будет комфортный нагрев ткани, который как раз вызывает все те реакции, которые нам необходимы, чтобы ткань ремоделировалась. Говоря о кожных покровах, мы должны понимать, что у них тоже есть своя функция. Это защитная функция при интимной близости, и это эстетика, потому что второе лицо женщины тоже нуждается во внимании. И здесь мы также можем корректировать состояние липодистрофии кожи больших половых губ, наличие депрессий в зоне больших половых губ, чтобы девочка, смотря на себя в зеркало, чувствовала себя красивой с абсолютно всех сторон. И для этого в данной технологии заложен довольно выраженный волюметрический эффект, то есть увеличение объема ткани за счет как раз этого нагрева. Мы можем увидеть эффект уже после первой процедуры,
можно сказать, такой демоэффект. И при этом процедура не подразумевает под собой какой-либо реабилитации или ограничений после ни физической нагрузки, ни в интимной близости, так что тест-драйв можно устраивать практически сразу. Для удобства пациентки есть специальные насадки, которые имеют разный размер. Разный размер насадок позволяет нам подобрать их в зависимости от того, насколько узкий вход во влагалище у пациентки. Поскольку, во-первых, не все пациентки рожают через естественные родовые пути и претерпевают травму тазового дна, после которого половая щель увеличивается в размерах. Есть пациентки, у которых роды заканчиваются оперативно, и тогда тазовое дно остается практически нетронутым. Во-вторых, вульвовагинальная атрофия может приводить к сужению входа во влагалище за счет как раз вот этих атрофических изменений слизистой ткани. И если мы будем использовать насадку большего размера, мы можем доставить пациентке дискомфорт. Поэтому у нас есть прекрасное решение в виде размера S для самых узеньких. Также есть насадка для обработки зоны наружных половых органов. Все эти насадки одноразовые, поэтому вопрос о частоте использования не стоит. Помимо системы Energy Flow Control, которая нам обеспечивает полную безопасность проведения процедуры, есть также система 360 Volumetric Heating. Если посмотреть, у этих насадочек у всех есть железное колечко, через которое как раз и проходит радиочастотная энергия. На 360 градусов обработка дает нам возможность быть уверенными, что мы не пропустим ни одну частичку ткани. Не будет так называемых горячих точек, которые остались без нашего внимания и, естественно, тогда не претерпели ремоделирование. Таким образом, данная технология и данный аппарат позволяет нам абсолютно комфортно, безболезненно, безопасно и быстро восстановить слизистую ткань влагалища и придать красоты зоне наружных половых органов. Вагинальная обработка длится всего 8 минут. Процедур в курсе всего 3, и делаются они раз в неделю. Поэтому за минимальное количество времени женщина, девушка могут достичь той степени удовлетворенности своей интимной жизнью, о которой они мечтают. С момента появления аппарата в клиническом госпитале Лапино нам удалось помочь восстановить сексуальную жизнь уже порядка 350 пациенток, независимо от их возраста, гормонального статуса и выраженности проблемы. Они уходили от нас счастливые, удовлетворенные и с удовольствием приходили потом на повторные процедуры, чтобы поддержать свое интимное здоровье. Компания BTL зарекомендовала себя как лидеров по продаже медицинской аппаратуры на рынке. В нашем госпитале множество их аппаратуры, которая направлена не только на реабилитацию интимного характера, но также предоставляет возможность восстановительной медицины всему госпиталю.